Насмотрелись боевиков и пошли на дело. В Полевском трое молодчиков в балаклавах забрали у мужчины банковскую карту с миллионом на счету. Когда злоумышленники вломились в дом, там шла попойка. Хозяин обмывал сделку по продаже недвижимости. Новоиспеченного миллионера избили, забрали мобильник, карту и пин-код. Наутро, протрезвев, потерпевший заблокировал карту и обратился в полицию. В течение суток дерзких налетчиков задержали. Снять вожделенный миллион они не успели. В течение суток задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Граждане дали признательные показания в отношении их, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлен и третий фигурант уголовного дела.